Задача, которую каждый христианин должен поставить перед собой, вступая в поприще Великого Поста, это преодоление греха, борьба с грехом. Но для того, чтобы ясно понимать, как преодолеть грех, нужно понимать, что такое грех. Невозможно бороться с врагом, не зная врага. Невозможно бороться с врагом, не зная его слабых мест. Всякая лобовая атака на врага, которого не знаешь, опасна тем, что может закончиться поражением. Вся жизнь христианина так или иначе ориентирована именно в сторону этой борьбы, борьбы с грехом. И потому понимание сути греха жизненно важно. Грех есть зло. Зло противоположно добру. Если добро есть Бог, то зло есть некое начало, противоположное Богу. Предание и Писание содержат в себе указание на то, что зло возникло не в человеческой семье. Оно возникло в ангельском мире. Великий ангел, приближенный к Богу, не просто воспротивился Богу, а противопоставил себя Богу. Противопоставление добру означает сущность, прямо противоположная добру. Эту сущность мы и называем злом. Зло возникло от противопоставления ангела Богу. Это противопоставление выразилось в том, что этот ангел стал противодействовать Богу, стал его противником, стал дьяволом. Суть греха, суть зла – это и есть противопоставление себя Богу. А как же преломилось это зло в человеческой истории? В чем оно выразилось? Как проявило себя? Об этом узнаем мы из книги «Бытия», где повествуется о грехопадении первых людей. Искушенные дьяволом, Адам и Ева решили не исполнять Божьего закона жизни. Искушение было убедительным. Дьявол внушил людям, что если они нарушат Божью заповедь, если вкусят от плода добра и зла, от древа познания добра и зла, то тогда станут как боги. Никаких усилий, никакой работы над собой, никакого преодоления своих слабостей, никакого роста не нужно. Достаточно протянуть руку, сорвать этот плод, и станешь как Бог. Собственно говоря, дьявол предложил людям ту же самую цель жизни, что и Бог. Господь ведь создал людей по образу своему и по подобию, значит, предназначил к уподоблению самому себе. Но то уподобление требовало огромных усилий, духовного роста, самосовершенствование.
То был трудный путь, предполагавший многие и сложные, и часто требовавшие, может быть, огромного подвига, усилия. Человек избирает легкий путь. Ему кажется, что, нарушив Божью заповедь, он быстрее достигнет цели. Он станет как Бог. Человек не противопоставляет себя Богу, подобно дьяволу. Адам не сомневается в существовании Бога. А что же делает Адам? Он отступает от Бога. Богоотступничество – это и есть грех Адама. А если первый человек отступил от Бога, то что это означало для него? Означало то, что Бог ему больше был не нужен. Не требовалось исполнять его заповеди. Он сам принял на себя ответственность определять, что есть хорошо, а что плохо. Он заявил о своей независимости, о своей автономии от Бога. Вот в этом суть человеческого греха. Он сродни дьявольскому. Только грех, совершенный ангелом, ставшим дьяволом, абсолютно противопоставляет дьявола Богу. Человек себя не противопоставил Богу. Он просто отказался от того, чтобы Бог был в его жизни. Если попытаться проникнуть в суть того, что совершил падший ангел, и если попытаться найти одно слово, которым можно было бы описать то деяние, что привело к появлению зла в мире, то слово это, по разумению святых отцов, – гордыня. Гордыня есть синоним зла, синоним греха. И богоотступничество. Оно тоже преломилось в том же самом греховном пороке, в гордыне. Человек самого себя поставляет на место Бога, а значит, Бог ему не нужен. И вот именно это противопоставление – те же святые отцы и именуют гордыней. Гордость есть синоним греха. И матерь всех пороков. Мы находим об этом указание у многих святых отцов, которые гордость считают проявлением самой сути греха и причиной всех человеческих пороков. В нашей повседневной обычной жизни люди чаще всего под гордостью подразумевают некую человеческую силу, человеческое достоинство, независимость. Некое средство, которое человек может использовать для достижения своей цели, для получения некой выгоды жизненной. На самом деле это не так. Гордость не является средством достижения целей. Не случайно находим мы замечательные слова в Священном Писании: «Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». Гордость никогда не помогала людям достигать целей. Гордость никогда не была инструментом
приложение которого помогало бы человеку созидать свое благополучие. Напротив, гордый человек – слабый человек, потому что огромные усилия ему приходится затрачивать на то, чтобы оградить себя от ущемления его собственной гордыни, потому что для него нет большей боли и большего страдания, чем ущемление гордыни. И для того, чтобы не почувствовать этой боли, гордец идет на многое, вплоть до преступлений, до лжи, до лицемерия. Вот почему святые отцы называют гордость матерью всех пороков, потому что почти все неправедные деяния человека произрастают из этого греховного состояния. В гордыне обнаруживается природа греха, слабость греха, страдания, которые грех несет человеку. Грех никогда не помогал человеку достигать целей, никогда не помогал человеку устроить счастливо свою жизнь. Грех не способен созидать. Грех – это сила разрушения. Именно поэтому никакая идеализация греха, в том числе и гордыни, как и многих проявлений гордости, и иные пороки, и иных пороков, не должно вводить нас в заблуждение. Сегодня на идеализацию греха работает огромная индустрия псевдокультуры, которая делает грех как бы привлекательным, предлагает его человеку в яркой и красивой обертке. Возьми, используй, насладись. Нет ничего нового, ведь то же самое говорил дьявол первым людям в раю. Возьми этот плод, съешь, ничего плохого не будет. Будешь, станешь таким, как Бог. И сегодня нас учат тому, что не нужно бояться греха. Напротив, надо раскрепощать свою природу. Наслаждаться жизнью, не делая различия между грехом и святостью. Мы знаем, к чему это приводит. Человеческий род, вся человеческая цивилизация стоит как бы на краю пропасти. Она уже в полной мере являет свою слабость и несостоятельность. И вся мощь, техническая мощь этой цивилизации, которая способствует утверждению в умах людей некоего мифа о ее силе, на самом деле являет человеческую слабость. И мы знаем это на примерах, даже из собственной жизни. Достаточно отключиться электрическому свету, выключиться холодильнику, остановиться лифту, прекратить работать общественному транспорту. Достаточно воде не появиться в кране, как человек теряет присутствие духа, становится незащищенным, слабым, не знающим, что делать. Это бытовые примеры, но их можно продолжить. Эта слабость является во многом, в первую очередь, в том состоянии духа, в котором пребывают многие люди, подверженные греху. Психические заболевания, стрессы, расстройство. Все это стало повседневностью нашей жизни. Медицина утверждает, что в наше время нельзя жить без медицинских транквилизаторов.
Нужно успокаивать себя медикаментозно. Потому что стрессы современной жизни как бы несовместимы со здоровой жизнью, в том числе со здоровьем человеческой психики. Где же эта сила гордости? Где же сила греха? И может ли быть жизнеспособной человеческое общество, которое основывает свою жизнь на грехе? Бог говорит нам: нет. Грех – это смерть, это разрушение. И никакие яркие обертки, в которые хитроумное, дьявольское искушение не обертывает грех, чтобы предложить нам повторить грех Адама, не должны верующего человека сбивать с толку. Грех – это враг. Его слабость в его нежизнеспособности. И мы должны прозревать и суть греха, и видеть слабость этого врага рода человеческого. Дни Великого Поста и даны нам для того, чтобы мы могли подумать о нашей внутренней жизни, проанализировать наши мысли, поступки, определить, насколько мы способны противостоять греховным искушениям, насколько мы готовы строить жизнь по Божьему закону. Эти размышления мы должны сопровождать молитвой. Именно поэтому Церковь и предлагает такие долгие богослужения, через которые мы как бы погружаемся в стихию божественных мыслей, которые помогают нам лучше видеть самих себя и окружающий мир. Пусть же предстоящие нам дни Святой Четыридесятницы помогут обрести внутренние силы, чтобы противостоять греху и созидать тот внутренний мир, мир Божий, который только и дает человеку способность обрести мир, покой и счастье. Храни вас всех, Господь!